rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm. You can get a little heat. Comes love. Nothing can be done. Well, comes a fire. Firemen rescue you. Blow a tire. Or you can patch the other too. Comes love. Nothing can be done. Don't try hiding, 'cause it isn't any use. Ooh, your heart will start sliding when it starts to turn on its juice. Comes a heat wave, hurry to the shore. Comes a summons, hide yourself behind your door. Comes love, nothing can be done. Nothing can be done. Oh, nothing can be done. Nothing can be done. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы будем приобщаться к джазу. У нас в гостях джазовая вокалистка Мишель Уолкер и квартет Андрея Константинова. Андрей Константинов и Сергей Чашкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Для начала, сегодня концерт у нас 10 октября. Сегодня всех ждем в ДКЖ вечером. Во сколько? В 7 часов. В 7 часов, да. Ну и начнем, наверное, с песни. Что за песня? О чем она? The name of the tune is Comes Love. It's an old American jazz standard, and it's about how you have to give yourself to love if it happens to you. Песня называется Comes Love, то есть приходит, любовь приходит, если так можно перевести. Это очень старая американская песня, и она о том, как можно себя, как можно отдаться любви, посвятить себя любви, когда она приходит в твою жизнь. Да. У вас все песни о любви? No, but my newest project, CD project, is called Love Misery, which follows, it's a theme of the CD, and it follows love from the very first hello to the final goodbye. So every song, it's progressively, goes through the emotions of what it's like to be in a love affair. Your new album, который называется Love Misery, он, в принципе, все вещи как-то связаны с любовью и показан такой, ну, как бы путь, который проходит человек эмоциональный и жизненный, вот когда любовь приходит в его жизнь. В программе концерта это все песни с этого альбома или какие-то? В основном. В основном? Да, мы взяли вот Love Misery и большую часть музыки для концерта приготовили именно с этого альбома. Но нам захотелось показать именно музыку, авторскую музыку Мишель, потому что Мишель уже не первый раз в России. Так. Да, ну, мы с ней вообще познакомились в 17 году в Казахстане. У нас был тур в Казахстане. Да, и там в основном играли джазовые стандарты, джазовую музыку. Вот. А этот тур мы решили сделать такой немножко сделать его немного другим, более авторским, поэтому большая часть концерта занимает музыка Мишель, а также ее аранжировки именно уже джазовых стандартов. То есть это очень такой интересный, необычный концерт был. Вот вы упомянули знакомство, а как это вообще произошло? Ну, просто Мишель выступала с другим джазовым пианистом из Санкт-Петербурга, да, Алексеем Черемизовым, а он позвал меня тоже с ним выступить в Казахстане. Там мы познакомились, у нас был тур несколько недель, вот мы 12 или 15 концертов, я уже не помню точно. Вот, и тогда мы решили, что нам нужно что-то интересное сделать такое в России тоже. Вот, и вот наконец-то наш проект реализовался спустя 2 года, потому что не так просто это все сделать. Вот, но сейчас вот мы в туре, вот, сегодня получается уже наш 5-й концерт в России. А где еще были? Концерты были в Сургуте, в Екатеринбурге, в Челябинске был небольшой концерт, в Омске филармонии, вот сегодня Новосибирск, да, 5-й концерт. Как в Новосибирске впервые? Is it first time in Novosibirsk? Нет, maybe. Нет. Хватит притворяться, вы знаете русский. Pretending that you don't know Russian. No, no, no. Just two. Number four. This is fourth time. Четвертый раз. Да.
Мишель выступала несколько лет назад в филармонии. Я не помню точно, по-моему, это был то ли 14-й год, то ли 15-й. 14-й, да. А затем она была здесь еще несколько раз, выступала в клубах, в большей части. Ну, как вообще впечатление о Новосибирске? Окей. Before I came here, I just posted on Facebook. I am so happy to be back in my favorite Russian city. Перед тем, как она приехала, ну, она написала в Фейсбуке пост, что она рада приехать в свой любимый город в России. Санкт-Петербург beautiful, so beautiful, Moscow so exciting, but Novosibirsk is like the perfect city. Я переведу. Санкт-Петербург ни в один ряд даже не стоит с Новосибирском. Новосибирск лучший город. По-моему, как... я не очень хорошо знаю английский, например. Какие-то были стереотипы вот перед приездом в Новосибирск? Как вы его себе вообще представляли? Stereotypes about Novosibirsk? Yes. Yeah. About... No, I didn't know before my first time here. I didn't know nothing. I was like, it was new. Потому что ничего не знала о Новосибирске до того, как приехала в первый раз. So I heard the name before, but I didn't know much about the history until I met Olana, you know, our friend, and she, this wonderful young girl, we have a good friend here, and she teach me a lot about Novosibirsk, and I love it here. Ну, она перед этим слышала про этот город, но ничего не знала, ни про историю. Вот. И когда после того, как она приехала туда первый раз, она познакомилась здесь с Аленой, и вот она теперь ее очень хорошая подруга из Новосибирска, и Алена очень много рассказала ей историю Новосибирска, про историю города, ну и вообще познакомилась с культурой. А вот когда приезжаете, где-то удается побывать здесь? Или только концерты сразу дальше? No! Звучало как претензия. No! Producer, no! No! No, just чуть-чуть. Just maybe... Чуть-чуть. Tomorrow, before concert, I'm gonna try and meet up with a friend for coffee and a little walk around. And maybe some shopping. Она говорит, что обычно не получается, но завтра она надеется, что перед концертом у нее будет время, она встретится со своей подругой, и они немножко прогуляются, и выпьют кофе, и сходят по магазинам. Немножко любите пошопиться? Do you like shopping? Of course, глупый вопрос. Ну, давайте поговорим о джазе, непосредственно как музыке. Как вообще ему увлеклись? Джаз? Good question. Well, I started singing when I was about 5 years old. В 5 лет начала петь? Because I didn't speak. I was... and so my mama was scared. Something's wrong. Она очень долго не разговаривала. So the doctor said, no, 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 she's just very shy girl. Yeah. Доктор сказал, что она очень скромная девочка. Да. Try to get her to... try to get her to sing. And my mama says once, and it worked. So, and so she said, once I started singing, I don't stop. And my mother, my father, they love jazz, and they play jazz in the house all the time. And имеется в виду, что ставили, не играли. А, не играли, я понял. But my mama, she want me to be a classical singer. Mm-hmm. So she push, because she loves classical voice, mm-hmm. and so she. So I go to university for this, and but I took one jazz class when I was at university, and I saw the rest of my life. I was like, oh, jazz, and so it broke my mother's heart. Ну, начнем сначала историю. Вкратце о том, что доктор посоветовал петь. Вот, и когда... Долго не разговаривал? Она долго не разговаривала, да, и ее мама очень сильно переживала по этому поводу. Они сходили к доктору, доктор сказал, что вы попробуйте петь. И они начали петь, это помогло, и Мишель уже не смогла остановиться. С тех пор она поет, но она сказала, что... А давайте поговорим и более подробно о том, что произошло позже, после небольшого информационного блока. Скажи.
say to me? Can you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? A sky I like. Have you seen the valley green? With spring, where my heart can call out your name. The low velvet shutters and the rain to our blossom-covered lane. And then your lonely flight, heaven, you heard the music in the night. It's wonderful music, it is faint as a will-o'-the-wisp. It's crazy as a loon, sad as a gypsy serenade in the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find all these things, but my heart is right and on your wings. So if you see me anywhere, won't you lead me there? Oh, won't you lead me there? Won't you lead me Друзья, мы продолжаем разговаривать о музыке. Напоминаю, что у нас в гостях джазовая вокалистка Мишель Уолкер и квартет Андрея Константинова. Ну, что, что сказать? Мы завершили, да, прервались на информационный блок, когда Мишель в 5 лет начала петь. Что было дальше? Но... Прошло много времени уже. Прошло много времени. Ну, не так много, но немного прошло. Информационный блок. Да. Ну, в общем, и когда Мишель начала петь, ей это понравилось, она решила не останавливаться. Но при этом ее родители очень, очень любят джаз, да, и очень часто ставили джазовую музыку. Она слушала много джазовой музыки. Но при этом Мишель сказала, что ее мама мечтала, чтобы Мишель стала классической вокалисткой. Да. Вот. И она хотела, чтобы она именно получила классическое образование. Вот. И в университете она, я так понимаю, поняла. Ну, брала какие-то классы, ну, курсы. Ага. Да, курсы по джазовой музыке. Именно там был только один курс по джазовой музыке, она как бы. Но тайком, она обучалась... тайком от мамы. Я не думаю, что тайком, вряд ли тайком. Вот. И, ну и потом все-таки она определила свой путь, что она будет заниматься джазом. И вот, вот пожалуйста. Вот, пожалуйста. Интересно, тайком или нет все-таки? Did your mother knew that you took a jazz class or it was no. like... No! No! Все-таки тайком! Все-таки тайком! Ты догадывался, когда она узнала об этом? When he... Когда Мишель стала большой звездой, я found out that you took a class. На концерт пришла! I think I told her at the end of the semester, but... Когда семестра сказала. But I think that when I decided to have a jazz career and not a classical career, she cried. Когда она сказала, что она решила сделать вокалисткой, да, стать джазовой вокалисткой, а не классической, мама заплакала. Мама заплакала. А сейчас мама довольна? No, she's fine. Your mother. No. Она не теряет надежды, что вы станете классической? Maybe you'll be classical singer. Maybe, yeah. She's just like, oh, maybe. При этом Мишель умеет петь академическим голосом, а у нее был курсы по академическому вокалу, то есть она на своих мастер-классах она про это рассказывает и говорит, что это очень сильно помогает в обучении джазу. То есть это классическая академическая школа. А вот почему именно джаз? Что в нем привлекательно вот лично для вас? I remember back to this very first class I took. The professor was Sarah Vaughan's piano player. And it was his description of jazz to the piano players that it's about a conversation, a musical conversation. And I found it fascinating. And the music, it spoke to me. Но она сказала, что тот класс, вот, про который мы говорили, джазовый, в котором она училась, ее, насколько я правильно понял, it was a piano player of Sarah Vaughan, yes, teaching the class. Да. Да, то есть этот класс преподавал пианист очень известной певицы Сары Воин, и он охарактеризовал джаз как беседу.
И вот ей показалось, что... То есть вообще сам процесс джазовой музыки, что это как будто бы это беседа между музыкантами или между музыкантами. Ну, в этом разница между академической и классической музыкой. Да, и вот... Это происходит все вживую, в реальном времени. И ее именно это и привлекло, то, что это беседа. And he, he had a belief that I could be a jazz singer. And I was young, but he introduced me to Betty Carter, a jazz singer. And and from there, I really saw the potential for my life. И вот этот преподаватель как-то поверил в то, что она может стать джазовой певицей, и познакомил ее с Бетти Картер. С творчеством Бетти Картер. С творчеством, да, естественно. Какая вообще, какие зрители, какая публика? Ну, вообще существует мнение, что джаз понимают уже в более зрелом возрасте, ну, там, после 40, ну, есть такое мнение. А какая публика, какие люди приходят на ваши концерты? The age of the people? Age of the people that come. Вот сегодня в ДКЖ кто придет? All from 2 to 92. От 2 до 92, ну, примерно. Да. Да? Да. То есть... Неважно. Абсолютно, джаз не, от возраста не зависит. Нет, не зависит. I think the jazz speaks to the human. It doesn't speak to the age of the person. It speaks to the human soul. And all people have, from a baby to old person, has human soul. Да, он говорит, что джаз не затрагивает возраст, не зависит от возраста, зависит, разговаривает именно с душой человека, а не привязан к возрасту. А сами вы слушаете только джаз? And you're listening to jazz only or any other styles? Yeah. mostly jazz. Mostly jazz. В основном jazz. But I like pop music. I like R&B music. I like old music. I classical. I do listen to classical music. Рэпчик. But I actually am a strong fan of the art of singing, not just the art of singing jazz, but the art of singing. So all singers of all styles, I love. Она фанат вообще вокальной музыки, и она любит всех вокалистов, и нравится слушать любые абсолютно стили. Mm-hmm. А вот за все время деятельности, да, были различные наверняка там страны, города. Помимо Новосибирска, какие еще впечатления? О России или о других? А можно и о России, в принципе, о мире. Она может рассказывать до вечера. Да, о мире, потому что она может... Отлично! About your trip. Будет оранжевый вечер. Or... Ой, да. А вы имеете оранжевое утро, переходящее в этом туре или вообще? Нет, вообще, в принципе, за всю концертную деятельность. Where you was in the world? Oh! Where do I begin? Many concerts. I did a beautiful two-week concert in Israel. Да, двухнедельный концерт in Israel, в Израиле. Да, I've done concerts in Amsterdam, in London, Germany. В Лондоне, в Германии. Mm-hmm. I just came back from spending 5 months in Asia. Да, в Азии она была, у нее был контракт, там, по-моему, 3 месяца в Таиланде, 3 месяца в Вьетнаме. Thailand, Vietnam. I did a beautiful concert in Indonesia. В Индонезии она участвовала в одном из самых больших джазовых фестивалей в мире, Java Jazz Festival. Да. I feel like one of the most lucky people on the planet that I get to see all the world because of jazz. Чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, потому что попала вот на этот фестиваль и участвовала в нем. А что там? Он огромный просто. А, тут да, тоже... там очень большой. Там сколько он идет? Это, по-моему, несколько недель. Ну, 2-3 недели идет фестиваль. И туда приезжают со всего мира вообще музыканты. И они вместе живут, общаются, да. Ну, то есть такое, это очень такой значимый. В Индонезии, да? В Индонезии происходит, да. Да, когда мы сюда ехали, в машине она рассказывала нам про этот фестиваль, то, что там просто все, ну, вот самые лучшие джазовые музыканты, с которыми можно пообщаться и поиграть. Поиграть, да, и послушать. То есть в этом была прелесть большая. Ну вот, кстати, с кем удалось поработать вместе, может быть, пообщаться из известных музыкантов? Ну да. Это, наверное, тоже сейчас она будет рассказывать. Ну, самые там. Is there any не всех. Few people you can name, I mean, popular, big name. Yeah, big names that you worked with, or you wanna say something about them. Сейчас они просто нас будут смотреть. Maybe и как they'll see the team. Okay. Им будет приятно. Maybe they're here in Novosibirsk. Well, maybe. over my career. Да. Yeah, I've
trying to think that I studied with, like I mentioned before, I got a chance to study with Betty Carter and Shirley Horn were probably the two most. Валерий Меладзе, что? Так, just named another Russian pop singer, Валерий Меладзе. But I got a chance to, I opened with Take Six, a great vocal group. Take Six. Wynton Marsalis. Branford Marsalis, Benny Green, great piano player. I did a beautiful concert with him. Sam Rivers, a wonderful concert with him. Ну понятно, много. Take Six это очень популярная команда вокалистов, группа вокалистов. Вот. В общем-то все понятно. Вынтон Марсалис, Брэнфорд Марсалис – это одни из самых вообще влиятельных джазменов сейчас в мире. В общем, очень-очень много. Ну что ж, друзья, всех приглашаем сегодня в ДКЖ на замечательный джазовый концерт. Напоминаю, что в гостях у нас были Мишель Уолкер, джазовая вокалистка, и квартет Андрея Константинова, Андрей Константинов и Сергей Чашкин. Спасибо вам. Спасибо. И ждем ДКЖ. Вам.